Сегодня у нас сложный, но интересный маршрут. Идем мы к вулкану Арафа. По плану мы должны спуститься и подняться на 800 метров, а маршрут около 10 километров. Перед вами долина Гуймар, вдалеке видно океан, а мы идем к этому вулкану. Кажется, что он недалеко, но спуск до него не самый простой. Мы дошли до вулкана Арафа, к сожалению, все окутало облаками, и сейчас будем погружаться во тьму. Хорошая дорога закончилась, теперь мы идем по кустам, а внизу обрыв. У нас грибная дорожка, прям из земли пробивается. Огромный гриб. А мы все идем в гору, вверх. Тропинки здесь нет, идем просто на ощупь. Мы все идем по лесному бурелому, очень медленно. Осталось еще треть пути и всего 2 часа до заката. Надеюсь, что мы успеем. Ну вот, на одну гору забрались. Осталась еще одна, потом вот туда, за машиной. Ну вот, мы уже видим дорогу. Теперь надо как-то все это грамотно спланировать, как вниз спуститься. Мы дошли до дороги и до здания Рипукио. Какое-то заброшенное здание. Дверь закрыта на замок, но из трубы идет дым. Ну вот, дело идет к закату. Нам осталось немного, всего около 1 километра. Я надеюсь, успеем. Ну все, мы дошли, уже стемнело. Все хорошо, дошли.